Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. 86-летний Александр Ширвиндт пожаловался на проблемы со здоровьем. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, 86-летний Александр Ширвиндт, заметно сдал за последнее время. Такой вывод можно сделать по ролику, который разместил в Инстаграм его сын Михаил. На кадрах наследник знаменитого актера интересуется у отца, как сыграют в матче чемпионата Европы по футболу сборные России и Финляндии. Встреча пройдет 16 июня. Никаких прогнозов нет. У меня сердцебиение, поэтому ну его, ей-богу. Напомним, что за последние годы Александр Ширвиндт не раз жаловался на свое плохое самочувствие. Из-за этого он не мог регулярно появляться в Московском театре сатиры. Не так давно он перенес коронавирус. При этом, когда журналисты его спрашивали, кто будет его наследником в культурном учреждении, он лишь отшучивался, утверждая, что его пока рано списывать со счетов. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр!